для детей старший друг и подготовительный. Этой игрой мы развиваем мелкую моторику рук, учим цвета, одежду. Это мы все сами делаем своими руками, да. Контейнеры только контейнеры куплены. Остальные все своими руками. Учим детей сопоставлять с цветом одежды. Цвет прищепки, например, чтобы цвет вышел. Девочки, представьте, пожалуйста, что мы с вами пришли в магазин и купили много-много одежды. После того, как мы купили одежду, у нас одежда какая? Пошрап. Иге опыт пачки, им, наверное, не шли без. Эдиля, им, наверное, не шли без. Юабыз. Юашки, им, наверное, не шли без. Чиста была, дырыз. Давайте вы выберите, пожалуйста, себе одежду, которую вы хотите постирать. Или одежду хотите постирать. И развесим ее на полочке. Вопросы попроще задаем. Тут уже более распространенные эти. А у нас вопросы.